знали, во сколько она будет выходить и куда пойдет? Ну, он узнал. Вы как узнали? Ну, на работу, говорит, она сейчас выйдет на работу, будет идти по этой тропинке. И вы стояли, караулили, ждали ее? Да. Он вам только фотографию показал или описал, в чем она будет одета? Фотографию. Но она без маски была. Вы в темноте узнали ее по фотографии? Да. Вы узнали, какую именно девушку надо бить? Ну, по фотографии. Человек, который со мной был, он ее опознал. То есть вы эту девушку раньше не знали? Нет, нет, нет. А что вам пообещали за то, что вы ее побьете? Да, в общем-то, ничего такого. Просто сказали, что все будет в порядке. И, ну, в общем, отблагодарил. Отблагодарил? Ну, не совсем, ну, немного, да. Чем? Ну, поляну накрыл. Поляну накрыл, это что значит? Алкоголь купил? Да, стол накрыли. Сколько раз вы наносили удары? Раза два, наверное. Когда вы убегали, девушка в каком состоянии была? Я не могу сказать, темно было. Потом видели, она встала, побежала куда-то. Переживал, переживаю, люблю, до сих пор люблю. Ну, бывает такое, любишь человека. Я в отношении вас никогда плохого ничего не делал. А расставание, причина была расставание, то, что я приехал домой вести ей на работу. Я смотрел, что она с молодым парнем вышли из дома. И, ну, началось вот равногласие.